Продолжается репортаж сотрудника с пристройки МЖК. Во дворе я первого дома вижу активных участников, детей, жильцов первого, второго, третьего дома. Считается, что пока не распустились почки, это самое удачное время для посадки берез. Так что нынешние холода лишь помогли жителям нескольких домов микрорайона МЖК, которые в выходные взялись за облагораживание своих дворов. Субботник был организован по стихийной инициативе квартиросъемщиков. «Никто нам не сделает хорошо, кроме нас самих», – решили они и общими усилиями посадили 250 саженцев вокруг своих многоэтажек. Живущие в тех же домах бизнесмены помогли кто машиной, кто деньгами на саженцы, кто просто выставил пиво для работников. Завлеченные на посадку берез подростки за особо активную работу были вознаграждены призами. Субботник капиталистического труда, несмотря на холод, оставил у участников приятные воспоминания и желание повторить мероприятие на следующий год. Ура! 2000 году каждому по дереву!